Не сутулься. Вот так вот. И вы там спинку выпрямите, а то, конечно, сейчас все вот так уже. Вот так вот так. Это Лайма тоже сказала, не сутулься. Так, тебе все готово. Все готово, точно. Мы сейчас еще кусочек. А, ты еще не... Выключай. Какой примерный на камеру. Вы видите? Смотрите, блин. А так бы еще кусочек смонтировал. Не голодный, смотрю. Голодный? Чего не голодный? Что съел 2 бутерброда, а с утра гречку поклевал? Поклевал с мясом. Да. Приятного аппетита. А что ты за суп с яйцами? А и с морсом? Морковка, картошка, мясо, яйца и бульон. Но вкусный. Да. Это бульон, кстати, я заморозила. Я тогда сварила много мяса, отварила. Была кастрюля бульона. Я его по пакетам заморозила. И с солью угадала. А солить же сахар. Это не соль, это перец ты сейчас будешь. Я знаю, хочу поперчить. Он очень острый, этот перец. Сахар не клала, нет. Офигенный суп получился. А еще, знаете, что классно? В супе или в борще? Хватит, он очень острый. Чтоб плавали оливки. Оливки. Я им хлеб. Супом можно. Картошка и хлеб только в сочетании с супом у нас на этот месяц. Там у меня в духовке, Артем посмотрел, что там у меня жарится. Тут у меня жарится нут. Я его сварила и вспомнила, что когда-то видела рецепт, как этот нут поджаривают вот так вот, подсушивают в духовке. И тоже как орешки потом хрумтят. Ну, типа, классное оно. Что-то доза маленькая супа. А я сейчас тебе еще курочку дам. А на второе у нас курочка, крылышко и бедрышко. А у меня дома когда-то жило 5 курей. А у меня 3 утенка. Вот тут? И тут тоже. Тут они приезжали на выходные к моей маме. Мы куда-то выезжали и сдавали на хранение. А они большие были? Не, маленькие. А вкладки их потом зажарила? Желтенькие такие. Нет, конечно, отдали в село к бабушке, к Машине, ко второй. Ну, потом она, видимо, их зажарила. Она их называла городски. Они втроем отдельно от всех. А где ты их взяла? Гуляли. На базаре купила. Зачем? Маше. Ага, сразу. У нас не было домашнего питомца, и я решила ей утят купить. Нам папа не разрешал заводить ни кошечку, ни собачку. Ты завела утят? Я завела утят. Скандал был. Ой-ой-ой. Конечно. А как ты их там выгуливала? Ты что, по улице выгуливали? Гуляли да, с ними? Да, мы с ними гуляли на пляже, купались. Там ты что? Маша была звезда. Мамка утячья. Они за ней бегали. Она их называла даки. И они за ней, как за мамкой, бегали. А вот это ты, конечно, ну, вы видели это видео, да? Я думаю. Я же выставляла видео, как Маша. Маленькая Маша, и за ней 3 утенка, и она там купается с ними. Даки-даки, у нее такой еще пискрявый голос был. Всем хаюшки, ребят! Сегодня я снимаю для вас свое новое видео. Недавно моя мама нашла мои детские записи, то есть видео из детства моего. И она говорит, типа, Маша, почему бы тебе не снять видео о своих детских видео? Я говорю, да, хорошая идея. Сегодня я вам покажу 2 таких небольших ролика из моего детства. Когда мне было лет 5, у моей мамы проснулись какие-то видеоблогерские способности, наверное, я не знаю. И она снимала все подряд, она постоянно снимала меня. Когда мы куда-то ездили, в общем, она все снимала, сходила с камерой, видимо, ее любовь к видео немножко передалась ко мне. Оказывается, корни моей странности уходят еще в самое глубокое детство. Потому что в детстве все хотели котенка, собачку, попугайчика. А я знаете, кого хотела? Утят. У меня были утята в детстве. Я до сих пор не понимаю, что это было и почему я так захотела. У меня было 3 утенка, 3 желтых обычных утенка. И поскольку они были все одинаковые, я назвала их всех одним именем – Даки. Нереально креативно, но они были у меня даки. Они жили у нас дома на балконе. Да, это было странно. Мы все оттуда вынесли, они там жили. Но, как оказалось, это были бройлерские утята. Если кто не знает, то бройлерские означает, что они очень быстро росли. Невероятно быстро. И за
5 дней они стали у меня почти гусями какими-то. Ну, я не знаю, в общем, большими. Они были вообще обалденные, я их обожала. И они меня тоже очень любили, постоянно за мной бегали, ходили. И я даже ходила с ними летом на пляж с мамой. Я брала их ведро. В общем, мы приходили на пляж, они со мной купались. Это было просто что-то, я до сих пор это помню. И давайте я вам сейчас это покажу. Поэтому, собственно, смотрим. Мы Маше сделали подарок небольшой. Вон. Купили ей 3 утят. Они, правда, уже выросли. Они были намного меньше еще 3 дня назад. Но мы не думали, что они так быстро вырастут, поэтому не сразу их сняли. Вот они за них, как за мамочкой, бегают. Такие смешные. Любят очень купаться и нырять особенно. Зовут их Даки. И они это знают. Пошли купаться. Сейчас пойдем. Привет. Скажи кря. Ой. Он не очень любит, когда его на ручках держат. Мам, ну что, пошли купаться? Пошли? Дела, мам. Даки, 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 даки. Даки, 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 даки. Я взяла все с собой на пляж, потому что они воняли, и я хотела их искупать. Вот такие подробности не обязательно. Кря-кря. Ну, кто будет нырять сейчас? Давайте нырять. Опа! Пошел, пошел, пошел. Мама, иди, он подмушал. Видела. Даки, 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 даки. Даки, 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 даки. Не дать, а даки. Даки. Даки, 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 даки. Не за мной, за Машкой идите. Куда вы ко мне бежите? Идиллия. Маша копается, и утята копаются. Все как-то так, я не знаю, я просто тащилась от этих утят, действительно, у меня просто незабываемые впечатления от них. Когда они немного подросли, немного, а сильно выросли, они уже не могли как бы у нас дома жить, мы их отвезли в село к моей бабушке, и как бы они там уже дожили. Так, вернемся к нашим видео, поскольку видеоблогерские способности моей мамы проявились не только в этот раз, но и многие другие. И поскольку я с детства занимаюсь танцами в танцклубе своей мамы, у нас был свой огромный коллектив, с которым мы часто ездили на отдых. И в этот раз мы полетели в Турцию всем коллективом, нас было очень много. И вы можете сейчас посмотреть небольшой кусочек таких вот смешных и классных моментов из Турции отдыха. Это был, скорее всего, 2005 год. Я плачу. А что это у тебя такое? Магнитик. Магнитик, что ж ты сразу секреты раскрываешь? Нечестно! Не качай руками!
Давай. Нормально? Нормально. Эля, а что ты? Давай, пробуй, как мы учили с тобой. Неожиданностей, ярких моментов, классных, и я их, наверное, никогда не забуду. И спасибо моей мамочке за то, что она это все снимала, и я смогу освежить их у себя в памяти. Я освежу их у себя в камере. Да, это были все такие маленькие ролики, которые я вам хотела сегодня показать. И сколько они у вас прожили? Да не знаю, может, недели три. Они же так быстро росли, что капец, бройлеры. Начали перья, с них потом белые вот такие вот. Я говорю, так, все. И потом уже некрасивые такие, да? Ну да, и они столько много, это вот, как у нет. Что это ужас и запах. Ну, в общем, не заводите утят дома. Нехорошая идея была. Но воспоминания у Маши на всю жизнь зато. Так, 3 недели какие-то там, или 2 даже. На балконе они у нас жили летом. На балконе, и мы их выгуливали. Даже они там... В ведро, в лифт, вниз спустились, а мы же на пляже жили. Ну, дом практически, не практически, а на пляже дом. Их выпустили с ведра, Маша пошла, и они кричат, пищат, и за ней бегут. А соседи? А что соседи? Они на балконе себе жили тихонечко. Они орали только, когда к ним заходишь. Не заводите утят. А потом мы куда-то уезжали и оставляли их маме сюда. То они у нее в ванной жили. А как мыться? Ну, на 2 или 3 дня она там. Ну как, высаживала, наверное. Тут же балкона нет. Капец. Я была только что в магазине. Купила столько всего, подняла сумку и позвонила Артему на работу, говорю, все, иди, я сумку не донесу. Она реально очень тяжелая получилась. Ну, как раз уже я знала, что он в это время скоро заканчивает и все равно идет домой. Солнце, я горох купила. Ты хотел гороховый суп. Он не зеленый, не большой. Ну, это сухой горох. А какой ты хотел? Он такой и есть. Сухой. Да я знаю, шучу, что ты. Это эти грибы. Вечером сегодня запечем. Дальше. Ты делаешь анпакинг? Анпакинг. Груши. Дубовые, я не знаю. Напишите в комментариях. Груши дозревают, как авокадо, типа, и как ананасы. Ананас там я тоже купила, стоит уже на батарейке. Греется. Смотрите. Купила вот такие, это обычные какие-то груши, но они реально, ну, деревянные. Ну, я так видела, мне так захотелось груш, не знаю. Кто-то ел грушу яблоко, тоже дубовые? Я ел. И как? Вкусно. Я люблю семеренко яблоки, но их нет сейчас. Так ты купила? Я купила просто зеленые. И вот такое я купила яблочко. На работу будешь брать. То что-то мы перестали яблоки покупать. Делаешь, Артем по утрам... С собой на работу чай с имбирем и лимоном. Ну, не чай, а лимонад, воду, не знаю, короче. Смотри, какой. И надо и так его резать и кушать. Еще там они едим имбирь. А это прям такой красивенький. Буряк! Ты же любишь буряк? Ты знаешь, что-то в последнее время вроде бы можно есть. Хотя я вообще его раньше... Тут и не разбирался во вкусе. Да? Ну да.
Смотри, какую я купила морковку. Чищен. Что это за размер? Нет, так она должна быть сладкая. Вот эти большие морковки, они обычно такие, как трава. А вот это, надеюсь, будет вкусная. Если будет невкусная, придется скормить кроликом. И шоколадка. Да, конечно. Авокадо. Когда у меня дозревает один авокадо, я покупаю следующий. Этот пока ем, этот зреет. Давай, я жду шоколадку. Ты сейчас нету шоколадки. Та не ври, ты по-любому даст. Конец. Ты не купила шоколадку? Нет. Блин, я вот это... Я стояла, смотрела на шоколадки. Я, если бы была вот эта вот черный шоколад, прям черный, белорусский. А там не было. Да, вот этот. Не было? Бумажной упаковки такой. Все пропало. Еще я купила ананас. Еще я купила пакет гречки и риса. Поэтому получилось тяжелый, очень тяжелый пакет. А то сейчас напишут, что ты там не могла донести из магазина. Пакет прям надо было Артему звонить. Я просто так бы не звонила. Я бы, конечно, его доперла, но я бы устала, была бы злая потом. Тяжелый был пакет? Да. И я не ошиблась. Спорим, сейчас кто-то из вас точно захотел морковку. Блин, ты буряк, я думал, ты грушу принесла. Что ты меня дразнишь? Просто один раз попробуйте. Сырой буряк. Может, он не полезный. Может, в нем листы. Просто один раз попробуйте, и вы полюбите. Главное, вкусный выберите. Бывает такой невкусный. Ты уже пробовала? Да. Так нечестно. Надо все по-честному. Скажи, груша не спелая. Вы поняли теперь, как это работает? Сочные какие? Для этого сначала нужно съесть морковку, потом свеклу, а потом груша вкусная. Не, на самом деле очень вкусная. А груши вообще нормально, что хранятся до следующего года? Нет. Нет? Не ешь, они с антибиотиками. Может, есть какие-то сорта, как яблоки, типа, которые лежат дома? Это геномодифицированные продукты. Так, все. Мусор. Артём. Угу. Сегодня день дегустации. Орешки из духовки. Что это за орех вообще? Нут. Нут? Подожди, так это ж не орех. Нут разве орех? Крупа, по-моему. Нут это как горох, типа. Ну такое. Бобы. Но он же не соленый, не сладкий. Знаешь, чай, на что похоже? Посварил. Как вот у вафли, чтобы торт перемазывать. А, да, просто безвкусный и хрустящий. Точно. Ничего себе, узнал, как вкус. Да, его бы в нутеллу. С нутеллой, да? Могу сходить. За нутеллой? Да. Солнца нет. Вот что-что, нутеллу я люблю. Это, наверное, единственное... что я очень люблю из сладкого. Если их посыпать солью и, может быть, даже сухим чесноком, знаете, приправа сухой чеснок, или какими-то прованскими травами, может быть, даже очень неприкольно. Сделаю, попробую, скажу. Вот два авокадо. Но это бывшие авокадо, это вот который... Я сегодня купила. Видите, тут гладкая шкурка. И вот всегда стараюсь выбирать с гладкой шкуркой авокадо. То есть такой сорт. А есть вот такой шершавый. Прям на ощупь шершавый. Этот как глянцевый. Вот эти шершавые чаще попадаются порченные, чем когда я выбираю из этой серии авокадо. То есть они могут быть разной формы. Они могут быть такие, как лимон, типа, как груша. Вот, и если гладкая шкурка, то ну, больше шансов, что он будет хороший, когда доспеет. А вот эти вот, есть такие темно, прям такие коричневые, синие, ну вообще там можно что угодно купить, даже гнилой можно купить. Вот, или же он будет твердый, а он полежит один день и сгнил. Ну, в общем, вот эти вот непредсказуемые, вот эти более предсказуемые.
чеснок. Погремушки делать. Нюхай. Ты что, к пиву готовишь? Правда, как сухарики к пиву? Только что надо посолить. А я посолила. Вообще не соленая. Блин. Кунжутное масло. Итальянские травы. В нуте очень много белка. Растительный белок. Последний вариант дегустации. Давай. Угу. Получилось? Трошки переборщила с приправой. Ну, так нормально. Ну, потому что пока не переборщила, то оно никакое. Ты что, оливье туда добавила? Да, добавила туда масло, чтобы держалось. А, добавила карри, чеснока и очень много соли. Короче, можно запатентировать, в пакетике и продавать. Да уже давно такое продают. Нет. Да. Посмотри. Ну, что, не продается такое? Нет. Мне кажется, продается. Нет. Ну, я что такое видела. Полная фигня. Ну, никто же не знает. Это новинка. Главное, хорошее название. И будешь рубать бабло. Ага. Что значит полная фигня? Расшифруйте. Ты не будешь больше? Нет. Понятно. А я буду. Ты старалась, молодец. Да, мне было не сложно, просто интересно стало. Не, ну прикольно все равно. Пить хочу. Итак, час икс. Так нечестно, я наеден. Ну не совсем час икс. Я съел миску супа и крыло, и бедро, и все остальное. Был 100 сантиметров. Короче, Вика сказала, если больше 100 сантиметров, то будет пиу. Да, да. Так, где там шаман? Так, не втягивай. Да не втягивай, вот сейчас нормально, расслаблено. По-честному. Шо, так ты же вообще у меня тут болтается, рука залезет еще. Снимай, пожалуйста. Ты же меряешь, блин, неправильно. Давай я померяю. Я на бочках меряю, на животе. Так а что ты так меряешь, если у меня тут рука, рука вот сюда? Все, вот. Вот так нормально? Да. 98. 97. Ровненько стань. Я мерю так, как и в прошлый раз. Хорошо. В прошлый раз я вот так мерила, и было 100, а сейчас 98,5. Так это я поел. И что ты мой живот всем показываешь? 98,5 – это на 1,5 сантиметра меньше. Это на 1,5 килограмма, значит, похудел, Артём. Да я наелся еще. Ну, утром, значит, завтра еще. Да. Да? Да. Ну, ты молодец. 1,5 килограмма тоже не просто скинуть. Да больше я скинул, я вставал 84, а было 87,5. Да. Да. Нам главное это талия, а не вес. Правильно. Становимся на весы. 84 ровно. О, молодец. А ну встань ты. Тапки сними. Сняла. Ключи с кармана выйми. Вынула. Мне должна 50 весить. 99. Ой, 49,5. Что-то неправильно. На 0,5 килограмма меньше. Блин, было 50 сегодня утром. А ты 84,2. Нам надо новые весы, я поняла. Я знаю, Димон заказал весы, я ему заказывал. Да? Да, получится. Мы идем смотреть страшный фильм, называется «Невидимка». Кто посоветовал в комментариях, я посмотрела трейлер, мне было очень страшно. Точно страшно? Я согласна посмотреть его с Артемом вдвоем. Только договоримся так, если я ночью захочу писать, я тебя буду будить, и мы будем идти вместе. А если по-большому ты захочешь? Тоже пойдем вместе, будешь стоять, значит, с наушниками в ушах. Согласен? Да. Тогда смотрим. Мы не смогли найти в хорошем качестве видео «Человек-невидимка». Трейлер посмотрели, опять напугались, начали искать в хорошем качестве, не нашли. Мы лузеры, я уже говорила. У нас нет смарт-ТВ, а почему-то через нашу вот эту приставочку теперь не показываются фильмы с сайтов, только с Ютуба. А на Ютубе нет его в хорошем качестве. Поэтому мы нашли на Ютубе в хорошем качестве вот этот вот фильм «Веселые каникулы». Прикольный.
сейчас поставили на паузу. Я там приготовила грибочки. И сейчас мы перекусим и будем дальше досматривать. Грибочки делала в духовке. Посолила просто сухим чесноком и карри. И получилось очень классно. 12 минут в духовке подержала. У нее еще нут. Артем не хочет нут. Артем ест лук. Лук запеченный. Прям любовь у него с ним. Только что опять дифирамбы пела Артема насчет посудомойки. Какая это классная штука. Всем утроцы добрые. Я чувствую, с такими успехами Артем скоро станет вегетарианцем. Подписывайся на канал Виктория. Вот так надо сказать. Фу, ну давай. Нет, не да, надо. Давай. Приготовились. И подписывайся на канал В. Виктория.